Открытие главного катка на стадионе «Нефтяник» организаторы планируют в начале декабря. Однако все зависит от погоды. Пока снега недостаточно, говорят специалисты. Необходимо хотя бы 7-10 сантиметров снежного покрытия. Подушку сделать сантиметров 10, ее укатать, утрамбовать, потом начинать делать подушку. Водой поливаем, и она потихоньку оседает, а потом уже все остальное. Начинаем водой уже выравнивать каток, выгоняем машину, у нас есть такая машина, которая сама регулирует. Как только появится снежная подушка, сразу приступят к заливке. Для этого потребуется не меньше 10 дней. А пока организаторы продумывают праздничное украшение катка. Уже известно, что в этом году елку установят по центру. Помимо этого сделают подсветку льда в форме розы ветров.